терпением буду ждать этого боя. Значит, уже сейчас будем рассчитывать подготовку. Да, Андрей Михайлович Рябин позвонил мне сам лично вчера в 11 часов. Это вообще новость, приятно. Очень доволен. Будем начинать подготовку. Какие планы по подготовке конкретно пока решили? Я думаю, что план обычный. Сейчас определится дата поединка и отправка в Лос-Анджелес, тренировочку. Вадим Корнилов должен все подготовить, а я должен все это преодолеть. Почему именно в тренировочку? Там торопиться уже потом, когда все уже готово для работы. Тренер по физподготовке, понимание в трене, взаимодействие. Отличные условия, ничего не отвлекает, только все настроено на работу, на полноценную качественную работу. Кому будете приглашать с камерой? Да не знаю, пока есть определенные наметки, но исходя из того, что новость получили вчера вечером, еще над этим будем работать с партнерами, это очень важный момент. И обычно, когда угадываются правильные партнеры, и бой получается как нужно. Сейчас начнется возможность от вас, поделюсь тем, что я знаю. Я по образованию педагог, и мне бы хотелось действительно, чтобы наши ребята, наша молодежь, наше поколение педагогов, наше место придут другие ребята. Мне бы хотелось, чтобы они были лучшими и знали все то, что и знаю я. И даже больше, потому что, как говорил великий Рыжов, я считаю его действительно великим спортсменом, совершенству нет предела. Дима, завтра будет бой с Ковалёвым, с Паскалем вашим. Я думаю, что здесь все закончится в первой половине боя, несмотря на то, конечно, что Паскаль, я не говорю, что он никакой боец, потому что он обязательно использует ошибки Сергея Ковалева, но вот посмотрел фотографии пресс-конференции, увидел свежак в лице, в глазах Сережа, свежак, его полная уверенность, чего я не видел на той пресс-конференции, я видел какую-то злость, озабоченность чем-то, не знаю, если я сравнивал, специально смотрел фотографии, а в этой сейчас фотосессии и фейс-ту-фейс, что называется, я увидел уверенность и его физическое состояние, и его тело. Поскольку я это понимаю в этом деле, и все закончится за 4-6 раундов. Могу ошибаться, но вот так. Поставили нет вообще никаких